с вами делаем растяжку. Так же самое в домашних условиях. Мы становимся на ту ширину, которая у вас есть по возможности. Дальше мы делаем наклоны к левой ноге, посередине и правой ножке. Делаем по 5-7 раз. Делаем поклон, выпрямили корпус, наклон, выпрямили, наклон, выпрямили. 5 раз к левой ножке, также посередине, наклон, выпрямили, наклон, выпрямили. Так же самое к правой ножке, наклон, выпрямили, наклон, выпрямили. После того, как вы сделали, мы делаем немножко, совмещаем ножки, буквально сантиметров на 7-10. После этого мы продолжаем процедуру. Так же самое, 5-7 раз к одной, 5-7 раз к другой и, соответственно, правой. 5-7 раз. И делаем растяжку до тех пор, пока ножки не станут вместе. После того, как у вас ножки стали вместе, вы делаете поклон вперед, поднялись. Таких вы тоже делаете 5-7 раз. 4 подхода, когда ножки вместе. Вы сделали, допустим, 5 раз. И на 5 раз вы резко раз и задерживаете на 5 секунд. То есть вы делаете 1, 2, 3, 4, 5. И считаем про себя. 1, 2, 3, 4, 5. И поднимаемся. Встали в исходную боевую позицию и просто выпрямляете левую, точнее правую ручку. Бам и исходная боевая позиция. Просто выпрямляем. Бам и исходная боевая позиция. Стоим в стоечке. Бам и исходная боевая позиция. Если мы хотим с вами уже вложиться в удар, опять же говорю, не надо проваливаться сильно вперед. Так же самое мы ставим жестко ножку. Все, этого достаточно. Этого, соответственно, достаточно. Так же самое и двоечкой. Не надо сильно вкладываться. Здесь главное выбрать дистанцию. Так же самое вы стали в исходную боевую позицию и наносите левый прямой, правый прямой и исходная боевая позиция. Еще раз, левый прямой, правый прямой и исходная боевая позиция. Также нарабатываем более серийную двоечку, если мы хотим более жестко ударить. Так же самое, мы выпрямили ручку с более жестким шагом. Мы выпрямили с вами ручку. С ударами ног, так же самое, не надо сильно вкладываться. Просто техническое правильное выполненное действие. Подняли коленочку и удар. Подняли коленочку и, соответственно, удар. Также с ударом боковым. Подняли коленочку и, соответственно, удар. Подняли коленочку и, соответственно, вы наносите удар.